Привет вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Warcraft. Вон там Reign of Chaos. Reign. Ну, не знаю, по-английски не понимаю. Ладно, Хаос прочитал. И на том спасибо. Ладно, Warcraft прочитал. Так. У нас компания Альянса идет. Так, пролог мы прошли. Компания Альянса у нас. Угу. Предательство. Так. Предательство. Да. Есть такое. Давайте. А, вспомнил даже, что это, блин, это да, такая хрень на прохождение. На прохождение. Она кончится на прохождение. Это. Надо нанимать этих гоблинов на скорость. За вас, подписчики. Прошу меня простить, посол, но принца сейчас нет в лагере. Что привело вас в это мрачное место? Согласно королевскому указу, все ваши люди должны немедленно вернуться в Лордерон. Лорд Утер убедил короля отозвать эту экспедицию. Только прибыли и сразу обратно? Да. Мои люди докладывают, что дороги, ведущие к побережью, стережет армия тьмы. Все верно. Вам придется искать другой путь к кораблям. К черту нежить! Мы пробьемся через лес, парни! Сейчас мне надо корабли уничтожить, блин. Да, вот самое... Вот оно, предательство-то. Капитан, почему ваши солдаты не на посту? Милорд, по требованию лорда Утера, ваш отец отзывает войска. Утер отзывает мои войска? Без армии я не смогу победить Малгануса. Необходимо сжечь корабли, прежде чем люди доберутся до берега. Не слишком ли это круто, парень? Сжечь дотла! Никто не отправится домой до тех пор, пока наша миссия не будет выполнена. Жестокий. Итак. Свет дает мне силу. Обычно люди соображают быстрее. Так, это не нужно кланяться. Так, у меня тут что будет? Ни хрена не будет. Блин, хреново. Ладно. Где враг? Чем бы заняться? Для того, чтобы пробиться через эту толпу, нам понадобится больше людей. Я видел здесь несколько лагерей наемников. Может быть, кто-нибудь из них присоединится к нам за соответствующую плату. Обычно люди соображают быстрее. Иду. Блин, вообще не там, блин, бахнул тут. Магия, ладно? Суть не в этом. Чем бы заняться? А, так нельзя, да? Где враг? Не нужно кланяться. Укажите цель. Где враг? Какие новости? Прикажете открыть огонь? Вон оно что. Свет дает мне силу. Давай, выманивай. Жду твоего приказа. Во имя правосудия. Обычно люди соображают быстрее. Враг? Здравия желаем. Свет дает мне силу. Какие новости? На. Вот так-то лучше. Обычно люди соображают быстрее. Так, зелье маны. Какие новости? Прикажете открыть огонь? Питаешь, давай, 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 давай. Жду твоего приказа. Так. Не нужно кланяться. Ага, нет, нет, смотрите-ка, не идет, блин. Где враг? Обычно люди соображают быстрее. Ну что ж, приказывайте. Не нужно кланяться. Опа. Конечно. Жду твоего приказа. Будь проклят, Утер, за то, что он заставил меня пойти на это. Так. Так, ледяной тролль. Относительно слабый воин дальнего боя. Служитель богов способен лечить раненых. Вот это мне точно надо. А вот и я. Ого! Позабавимся! А вот и я. Блин. А вот и я. А вот и я. Позабавимся! Итак, давайте все это обозначим группой. Три. За честь и отвагу! Так. Свет дает мне силу.
Куда? Сюда, сюда. Обычно люди соображают быстрее. Так, теперь подождите, теперь мне... Давайте я сохранюсь в этом эпизоде. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Чем бы заняться? Так и будет. Вот оно, куда. Не нужно кланяться. Давайте пока разнесем это нахрен. Это вот недоразумение. Здравия желаю. Бух-бух. Ну что, свет дает мне силу. Так. За моего отца. Блин, не успел. Что там у тебя? Прикажете открыть огонь? Я служу свету. Хрен на него. Теперь я действительно зол. Блин, не уследил. Разумеется. Ну-ка. Не нужно кланяться. Ну что ж, приказывайте. Давай. Вот так я снова всех восстановил. Так. Во имя правосудия. Прикажете открыть огонь? Не нужно кланяться. Обычно люди соображают. Давай, быстрее. Давай, давай. Свет дает мне силу. Тут я могу себе пока позволить. Какие новости? На. Не нужно кланяться. Конечно. Вот так. Ой-ой-ой, надо орка подлечить. Отличный план. Все. Укажите цель. Да вот она цель-то. Жду твоего приказа. Время мало. Во имя правосудия. Так, что-то у нас. Единицы урона. Не нужно кланяться. Так, давайте-ка опять сохраним. Блин, это вот, как сказать, не то что сложная, как немножко муторная игра. О, не игра, уровень. То, что на скорости, блин, вообще. Я служу свету. Чем бы заняться? Давай. Хорошо. Но это еще не все. Так. Давай-ка пока обозначим вот так вот. Конечно. За честь и отвагу! Жалкий глупец. Вот так. Жду твоего приказа. Вот так-то лучше. Смотрим, что здесь у нас. На нас напали. Время молота. За гномов! Вот так. Обычно люди соображают быстрее. Где враг? Так, лечебное зелье. Разумеется. Чем бы заняться? Понятненько, что там было. Вот так-то лучше. Смотрим, что здесь у нас. Так и будет. Нету ни хрена. Вот так-то лучше. Свет дает мне силу. Пойдем. За моего отца! Так. Отличный план. Лечим, лечим. Надо лечить. Разумеется. Нам целители нужны. Ага. Угу. Во имя правосудия. Отличный план. Свет дает так. Мне силу. Расхреначьте ее. Теперь я действительно зол. Какие новости? Время молота. Так, подожди, а здесь у меня что? Не нужно кланяться. Блин, ну это все, помрешь же все равно. Ладно. Жду твоего приказа. Вот так-то лучше. Все, обратно во тебя. Во имя правосудия.
Прикажете открыть огонь? Где зачисляем тебя обратно в отряд. Блин. Так, бросайте героя вперед, не беспокойтесь. Они. Я служу свету. Потому что убить их очень трудно. И пока их убивают, у вас есть шанс убить тех, кто хочет убить героев. Какие новости? Свет дает мне силу. Я служу до свету. До твоего приказа. Ну что, свет дает мне силу. На. Господи, кого-то еще поймать хотели. Так, лагерь наемников. Конечно. Какие новости? Да без разницы кто. Кто-нибудь один, подойди. Так, ледяной тролль Берсерк. А вот и вот и я служу свету. Давай-ка сюда. Не нужно кланяться. Жду твоего приказа. Свет дает мне силу. Так, давай-ка посмотрим. На ну чё уставился? Это у нас будет отряд номер 5, запасные. Где враг? За моего отца. Вот так. Так. Укажите цель. Свет дает мне силу. За честь и отвагу. Блин. Ладно. Во имя правосудия. Я служу свету. Жду твоего приказа. Не нужно кланяться. Что там у тебя? Ну чё уставился? Ладно. Давай. Во имя правосудия. Разумеется. Блин, блинский, ладно, подожди. Что там у тебя? Я служу свету. Свет дает мне силу. Давай, берем, покупаем. Привет! Привет! Здорово! Уже идем! Да? Чего? Куда? Сюда. Куда? Чего минируем? Вон по деревьям, чтобы расчистить путь. Чего взрываем? Ой-ой-ой. Блин. Можете открыть огонь? Хороший ход. Истинно так. Свет дает мне силу. Да? Чего? Куда? Ну что ж, приказывайте. Давай. Какие новости? Что там у тебя? Укажите цель. Давай, давай. Выходим. Давай, пошевеливайся. Ух. Я иду. Я тоже. Я служу свету. Конечно. Во имя правосудия. Блин. Ну что ж, приказывайте. Давай. Не нужно кланяться. Прикажете открыть огонь? Все завалим. Все завалим. Давай, пошевеливайся. Ух. Я служу свету. Жду твоего приказа. Укажите цель. Ну чё уставился? Во имя правосудия. Ну что ж, приказывайте. Хорошо смеется тот, у кого кланяться. Большая пушка. Давай. Какие новости? Я служу свету. Обычно свет люди соображают дает мне быстрее. Силу. Не нужно кланяться. Чем ты заняться? Так и будет. Во имя правосудия. Разумеется. Да сейчас, подожди. Где враг?
Жду твоего приказа. Не нужно кланяться. Давай, давай. Свет дает мне силу. Жду твоего приказа. Блин, даже не знаю, что мне с тобой делать. Целебное зелье. Лагерь наемников. Ладно, пока мне... Я служу Какие свету. Новости? Пока не нужно, да. Укажите цель. Выходим. Во имя правосудия. Так. Я служу Жду твоего свету. Приказа. За ну честь и отвагу. Приказывайте. Ну чё уставился? Чем бы заняться? Какие Я новости? Служу свету. Разумеется. Чем бы заняться? Блин, вот здесь пробежать надо. Не нужно кланяться. Подожди. Какие новости? Иду. Так и будет. Охренеть. Чего минируем? Ну что, вздрогнем? А вот и постройте я. Ферму. Постройте ферму. Не хватает. А? Уже иду. Охренеть. Во имя правосудия. Не спеши. Выбирай Свиток сумму. Исцеления. Я служу свету. Ой, это не тебе надо. Где у меня там второй герой? Люди соображают быстрее. Кто следующий? Тасгундо. Кто следующий? Угу. Жду твоего приказа. Время молота. Давай. Вот так-то лучше. Чем могу помочь? Какие новости? Свет дает мне силу. Конечно. Так, это будет... Пять. Охренеть. Бежим. Где враг? Ой. Во имя правосудия. Ну что ж, приказывайте. А? Чего? Куда? Чем бы заняться? Не нужно кланяться. Давайте. На нас напали. Я знаю. Какие новости? Пробежим. Где враг? Обычно люди соображают быстрее. На нас напали. Отличный план. Отлично. Остался только один корабль. Так. Разумеется. Кто следует? Чё взрываем? Не нужно кланяться. Ага. Отхренащи его. Где враг? Доминируем. Давай. Чем бы заняться? Отхреначь его. Время молот. Какие новости? Так. Не нужно кланяться. Давайте. Думаю, мы поладим. На нас напали. Это все мелочи. За моего отца. Так. Нормально, пятый отряд погиб весь. Конечно.
Я говорю, не опасайтесь героев хреначить. Они сейчас у вас прокачаны. Подожди, сохранить. Давайте вот сохраню. Они получат по заслугам. Отличный план. На. Жду твоего приказа. Вот так-то лучше. Давай. Вот так. Конечно. Подожди, рано тебе еще помирать. Какие новости? Так и будет. На. Где враг? Подожди, я вижу, что тебя хреначат. Я служу свету. Разумеется. Отличный план. За честь и отвагу! Жалкий глупец. И вот сейчас вот предательство самой совершится. Где? Принц Артес? Вперед, мои воины! Враги сожгли наши корабли и отрезали нам путь домой! Уничтожим их во имя Лордерона! Проклятые твари! Уничтожим их! Наемников, которые мне помогали, иначе! Кошмар! Наши корабли уничтожены! Что нам теперь делать? Слушайте меня, вы все! Мы не можем вернуться домой. Спасти нас может только победа. Мы останемся здесь или погибнем. Теперь возвращайтесь в лагерь и занимайте свои посты. Пипец, вот это так-то неправильно, ни хрена. Продолжить. Нет, ну кто-то может, конечно, уничтожать все пушки. Я просто не знаю, есть ли вообще такой, кто будет уничтожать эти пушки. Я раньше пробовал уничтожать. Ну, пушки 3-4, но времени не хватает. Это же пипец. Ставишь героя, чтобы его долбили, пока его долбят, эти пушечники должны снести эти пушки. Там муторно. Вот, кстати, тоже. Ты солгал своим людям и предал наемников, которые еще сражались за тебя. Да что с тобой происходит, Артес? Неужели жажда мести настолько затмила твой разум? Пойми меня, Мурадин. Если бы ты видел, во что Малганос превратил мое королевство. Темный властелин предсказал твое появление. Здесь окончится твой путь, мальчик. Во льдах, на вершине мира. Здесь тебя ждет бесславная гибель. Плохо дело. Мы окружены. Блин, они даже в это время рисовали еще лучше, чем этот грёбаный Netflix. Добыть Фростморн. Если он и в самом деле так хорош, как ты рассказывал, мы сможем переломить ход боя. Не нравится мне все это, но я обещал идти с тобой до конца. Молодец! Только зря, конечно. Я-то знаю, чем все это закончится. Капитан, я должен оставить лагерь. Держите оборону до моего возвращения. Так. Вот сейчас-то хреново приходится, блин, мне. А, нет, это не та миссия. Это у эльфа, по-моему, такая хреноватая миссия будет. Охренеть, блядь. Заново-то, знаете, тоже. Опять работа. Так. На нас напали. Наш город осаждают враги. Кто прикажет? Так.
проклятые. Сначала твари. Чуть продвинемся, потом вот сюда. Я готов. Исследование завершено. Где враг? На нас отличный напали. План. Исследование завершено. Разумеется. Отличный план. Чего? Я готов. Давай-ка вот здесь вот мы. Хорошо. Сделаем для как начала. Скажете. Да, господин. Угу. Чтоб нам здесь не я беспокоиться. Готов. Слушаю. Исследование завершено. Свет дает. Чего? Мне сил. Исследование завершено. Вот сюда. Хорошо, я готов. Я служу какие свету. Новости? За честь и отвагу. Поехали. Отличный план. Поздно просить пощады. Не нужно чем кланяться. Чем заняться? Я готов. На. Готов. Свет дает мне сил. За моего отца! Они получат по заслугам. Конечно, получат. Талисман здоровья. Жду твоего приказа. Так и будет. Я служу свету. Так. За честь и отвагу. Теперь смотрим, что у нас здесь построилось. Да, господин. Здесь нельзя строить. Исследование хорошо. Завершено. Да, ваш броди. Опять работа. Ну, я пошел. Исследование завершено. Что прикажете? Так. На что жалуетесь? Не так быстро, котик. Котик. Вот тебе и котик. Когда второй раз, блин, проходишь из-за того, что кнопочку забыл нажать. Вот тебе и котик. Да. Готово. Угу. Так, вы что, пока живете? Да, господин. Опять работа. Не опять, а снова. Хорошо. Чего? Здесь нельзя строить. Опять работа. Да. Постройка завершена. Хорошо. Угу. Хорошо. Готово. Чего? Хорошо. Да. Исследование давай, завершено. Будешь перегораживать. Ну, я пошел. Да, господин. Готово. Угу. Какие новости? Не нужно кланяться. Готово. Разумеется. Сюда. Конечно. Разумеется. Поздно просить пощады. Чем бы заняться? Исследование завершено. На. Постройка завершена. Вот так. Господи. Где враг? И пока все у нас легко идет. Некуда класть. Шалкий купец. Постройка завершена. Да. На нас напали. Конечно. Отличный план. За честь и отвагу. Конечно. Я служу свету. Какие новости? Свет дает мне силу. За честь и отвагу. Ваша светлость. А вы исследовали собрание. Какие новости? Жду твоего приказа. Да. Свет дает мне силу. Не нужно вот кланяться. Исследование за завершено. Конечно. Жалкий глупец. Обычно люди соображают быстрее. Вот так. Во имя правосудия. Давай. Да? Да, господин. Да. Исследование завершено. Ну, я пошел. Чего? Хорошо. Так, у нас здесь что? Что прикажете? Опять работа. Угу. Да. Так. Ну, я пошел. Где враг? За честь и отвагу. Блин, как бы нам по-быстрому-то захреначить? Возвращайтесь назад, смертные.
Здесь вы не найдете ничего, кроме собственной гибели. Не думаю, что после всего пережитого что-то еще способно испугать нас. Думай, что хочешь, но вы не пройдете. Готово. Да. Обычно люди соображают быстрее. Вот так. По-быстрому. Завершено. Отличный план. Жду твоего приказа. Во имя правос... Божественный щит мне пока вообще не нужен. Возвращайтесь. Пока еще не слишком поздно. Все еще пытаешься защитить свой меч? Нет. Пытаюсь защитить тебя от него. Хорошо. Давайте, по-быстрому. По-быстрому. Смотри, Мурадин, вот оно, наше спасение. Блин, вот сейчас он... Погоди, парень. Кореша тащу. На постаменте... Убьет нахрен. Это предупреждение? Здесь говорится, тот, кто поднимет этот меч, познает на себе его силу, подобно рассекающему плоть клинку будет она терзать его душу. Я должен был догадаться. Этот меч проклят. Давай выбираться отсюда. Успокойся. Я с радостью приму на себя проклятие, если это поможет спасти мою родину. Оставь его, Артис. Успокойся, сказал. Забудь об этом и труби отступление. Люди вернутся домой. К черту людей. Я буду мстить. И никто не встанет у меня на пути. Вот, смотри, что мне даже сделать ты сейчас. Даже теперь ты. Я взываю к духам этого места. Я отдам вам все. И заплачу любую цену, если вы поможете мне спасти мой народ. Ну так, осколками убила кореша, а ему хоть бы хны. Молот променял, который ему помогал верой и правдой, на меч. Хрен пойми какой. Принц Артес, где Мурадин? Мы больше не можем сдерживать их натиск. Мурадин мертв. Мужайтесь, капитан. Враг не сможет противостоять мощи Фростморна. Итак, вот. Во имя правосудия. В чем заключается основа-то? Разумеется. Исследование да, завершено. Так. Да, ваше сиятельство. Как скажете. Мне что надо? Мне надо. Совершенно другое. Так, тяжелая боевая машина эффективна против зданий противника. Мощная дальнобойная мортира. Постройка завершена. И что нам надо? Вот этих вот троих, наверное. Ну, одну возьмем эту гаубицу. Готово. Так, мне нужны немножко вот эти штурмовики. Чего хочешь, зайка? Чего? Зайка. Ну, опять пошел. Работа. Хорошо. Да. Жду приказаний. Чего? Чего, ну, чего? Где враг? Исследование завершено. Исследование завершено. Свет дает мне силу. Осаждают враги. Исследование завершено. Рота, поехали. Сильно не осадят. Не готово. Нужно кланяться. Готово. Отличный план. Готово. За честь и отвагу. Исследование завершено. Стоять. Исследование завершено. И вот здесь вот мне сейчас и не нужны за будут мортиры-то. Жду приказаний. Да. Угу. Чего? Да, господин. Хорошо.
Опять работа? Ну, я пошел. Да. Хорошо. Жду приказания. Давай. Опять работа. Постройка завершена. Да. Хорошо. Пока идем. Исследование завершено. Тебе нужна завершено. Моя помощь? Да, сэр. Сделаю. Все, охраняем. Во имя правосудия. Готово. Готово. Жду приказаний. Что прикажете? Так, это вы у меня будете номер три. Готово. Сейчас вы пойдете у меня все на убой. Завершено. Готово. Да, ваш броди. Жду приказаний. Постройка завершена. Да, ваше сиятельство. Постройка орудие завершена. К бою. Да, ваш броди. Давай рота, сюда. Подъем. Не нужно кланяться. И капитана нахрен туда же на мясо. Исследование завершено. Есть! Будет исполнено. Так точно. В атаку! Во имя правосудия. Давайте. Опять работа? Угу. Как скажете. Орудие! Ротоподъем! Все, здесь потихонечку разбиваем это дело. Да, вас вроде. Они тут сами справятся. Мы с вами... Вот оно, кого мы ждем. Здравия желаю! Поговори так беспонтово, блин, когда за один час по одной и ту же миссию два раза проходить. Да. Свет дает мне силу. Да, ваш броди. Будет исполнено. Орудие! Прикажете открыть огонь? К бою. Исследование завершено. Так, постройка завершена. Да. Иди башни строй. Ну, я пошел. Что прикажете? Я служу свету. Да, сэр. Да, сэр. Будет исполнено. Так точно. Здравия желаю. Давай, давай. Не нужно слабаться. На за моего отца осаждают враги. Быстрее расхерачь их. Ну что ж, показывайте. Давай, еще разок. Хорошо смеется тот, у кого большая. Да, вам вроде. На нас напали. Так точно. К оружию! Так. Свет дает мне силу. Да. Отличный план. Исследование как завершено. Как скажете. Постройка завершена. Что прикажете? Ура! Сюда. Укажите цель. Слушаю. Проклятые давай. Твари. Где враг? На нас напали. За честь и отвагу. Иду. Бью без промаха. Я служу свету. Отличный да. план. Как скажешь. Блин, где у нас дальнобойное орудие? Эй, ты, лови! Свет дает мне силу. За честь и отвагу! Вот так вот. Сейчас мы тебе люлей-то навешаем. Отличный план. Как скажете. В атаку! Ну что, приказывайте. Давай. К оружию! В атаку! Да.
желаем. Нельзя нас под мясо пропускать. Что прикажете? Итак, вот. Исследование открыто, закончено. Опять же. На нас напали. Да, ваш броня. Во имя правосудия. Давайте. Расхреначьте тут все. Не нужно кланяться. Не справа на восстановление. Ну что ж, приказ. Эй, ты, лови! Как скажете. Некроманта долбите. Положись на меня. Да, ваш броня. Эк. Постройка завершена. Пусть будет так. Во имя правосудия. За честь и отвагу. Не нужно кланяться. Ни хрена. Теперь я действительно зол. Что там остается у них, драконы? Прикажете открыть огонь? Давай, пошевеливайся! Ух! Что прикажете? Где враг? Как скажете? Не нужно кланяться. Здравия желаю! Хорошо смеется тот, у кого во имя правосудия. Огонь! Не нужно кланяться. Отличный план. Да. Ну, дракона там выносит, смотрите. Да, ваш вроде. Где враг? Кто бы что ни говорил, выносим дракона. Постройка завершена. Что прикажете? В атаку! Давай, посмотрим, что самоходное там будет творить. Ну, слава богу, миссию по-быстрому прошли. Ты решил заплатить за этот меч жизнями своих друзей. Как и предсказывал темный властелин, ты сильнее, чем я думал. Не трать слов понапрасну, Малганус. Теперь я слышу только голос моего меча. Ты слышишь голос темного властелина? Он говорит с тобой через этот меч? Что он сказал тебе, юный принц? Что сказал тебе повелитель тьмы? Он сказал, что пробил час отмщения. Что? Он не мог. Все кончено. Да. Не мог. Сказал. Хана тебе, тварь такая. После того, как месть свершилась, принц Ардес победил в побрел в одиночестве сквозь снежную пустыню Нортланда. Измученный тайным шепотом Фросмунда, Ардес утратил остатки разума. Теперь движимый темной волей меча Ардес планирует вернуться в родные земли Ландерона и потребовать свою награду. Да батьку он хочет порешить, блин. Все понятно. Я добился власти, которая не снилась моему отцу. Давай. Блин, да как так я вот не смог записать-то нахрен с первого раза-то? Два раза, блин, проходить одну и ту же миссию. Блин, за час! Это я скажу. Геморрой. Да ну как геморрой? Оно вроде как бы... Интереса нет. Ты же ее уже прошел. И за этот же час еще раз пройти. Мне тут главное вот эти пушки сделать, которые дальние стреляют. Тебе штук, две штуки вот так хватит.
Поверьте, их главное сзади тащить за собой. Из человеческой кожи сшиты перчатки. Капюшон одел. Черепа и кости на колени и ноги нацепил. Потерял человеческий облик. Ну, в смысле, как человек, он перестал существовать. Сын мой, тебе больше не придется страдать ради своего народа и нести бремя этой короны. Я позабочусь обо всем. Позабочусь. Вот если бы так легко было бы стать королем, нахрен, там бы все друг друга попереубивали бы. Королем короля делает его свита. Разгони свиту, и кто? Гребаный человечек, простой. Что ты делаешь? Я становлюсь королем. Да. Так как любой может. Он с разносом пришел какой-нибудь слуга. Пырнул тебя он ножиком для масла и все. Это королевство будет уничтожено. И на его обломках возникнет новый порядок, который станет основой мира. Кошмар, кошмар. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Дальше идет уже за нежить. Пока!